Если 70% женщин в течение всего дня нервничают о том, что у них лишний вес, вес должен снижаться. Я не представляю, чтобы вес продолжал оставаться таким излишним, если человек нервничает каждый день, целый день. По этому поводу. Вы сказали, в течение дня. Вот нервничать нет. Что ж ты нервничаешь? Нет, ну, любой умный человек, во-первых, от нервов похудеет, во-вторых, перестанет жрать уже, если он так нервничает. Значит, видимо, не так уже не нервничают, если они... Вообще, ну, сейчас вопрос по моей специальности. Я, конечно, предпочитал бы, мне кажется, что женщина должна помещаться в руках мужчины. Если она не помещается, и мужчина должен оббегать ее, чтобы расстегнуть что-то сзади, потом опять оббежать обратно, чтобы поцеловать что-то спереди. Мне кажется, это, конечно, это... Да, кстати, вы поэтому заметили, что у толстух худые мужья. Вот худые мужья у толстух. Видимо, вот эта беготня.